Друзья, всем привет! Сегодня у нас реально простая, гениальная и полезная идея, которую сможет сделать каждый. И буквально, за минуток 20. Так что желаю приятного просмотра. Быстро, кратко и по делу. Поехали! По итогу у нас получился вот такой держак для наждачной бумаги. Легко менять зерно, можно покрупнее, можно поменьше. Если наждачка пришла в негодность, то ее также можно быстро заменить. Приспособа оказалась очень актуальна для одной моей самоделки. Также можно сделать размерчики чуть поменьше, чуть побольше, в зависимости от задач и выполняемых работ. Ну и тут можно фантазировать, также можно скруглить одну часть и обрабатывать круглые детали. В общем, пишите свои мысли в комментах, подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если вам зашла такая простая, быстрая, годная самоделка. Пишите в комментах, чем пользуетесь вы. Всем хорошего настроения, всем пока-пока!